Мы сегодня проводим на городском стадионе в Конаковском бору молодежный спортивный праздник, посвященный Дню туризма. Уже второй раз мы такое мероприятие проводим. В том году оно очень понравилось детям и решили в этом году его расширить. Детям предстоит несложные вещи, которые требуют больше даже сообразительности, нежели каких-то специальных навыков, хотя и они тоже понадобятся. Это умение преодолевать препятствия с помощью навесных переправ на различных веревочных системах. Параллельные веревки, бабочка и так далее. Вот, это уже такое, уже специализированное туристическое направление. Здесь есть специальные элементы снаряжения, страховочные системы и так далее. У нас с вами испытание «Паутинка». По команде «Марш» первый участник команды должен проползти под паутинкой, не задев веревки частями тела. Хвостиком, бантиком, кроссовком, ничем. Самым достаточно легким этапом была паутинка. У нас все прошли хорошо. В принципе, мы прошли все без штрафов. Самым сложным, наверное, были это параллели, где мы проходили друг с другом, потому что не смогли сбалансировать вес. И поэтому было очень много штрафов. А так, в принципе, было все очень легко, нам очень понравилось.